Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Они равнодушны к деньгам и не ставят богатство своей целью. Однако, если оно попадает к ним в руки, они распоряжаются им с удивительной осторожностью. Значение буквы «Э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Владельцы этого имени склонны много работать, и они обязательно достигают всех целей, которые ставят перед собой. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. Владельцам этого имени чужда фривольность и легкомысленность. Напротив, они зачастую выглядят излишне сурово и аскетично. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.